Проблемы и перспективы развития стоматологии в условиях Севера. Под таким названием открылась научно-практическая конференция международного уровня, приуроченная к 60-летию Медицинского института СВФУ и 20-летию Ассоциации стоматологов республики. Основная цель конференции заключается в повышении качества стоматологической помощи в республике. Сегодня рассмотрят новую методику в стоматологии, а также методы профилактической работы. В конференции принимают участие гости, ведущие специалисты стоматологической сферы из Москвы, Волгограда, Красноярска, Новосибирска и США. Что я вижу по России, в принципе, в России начинает близко уже подходить к тем современным методам лечения, которые есть во всем мире. Так что я думаю, что на правильном пути все уже. Конференция очень важна. Как я уже сказал, первый доклад будет посвящен проблемам непрерывного медицинского образования. И в новой модели российского медицинского образования вот такие конференции лежат в основе вообще всего того, что будет происходить в ближайшие годы в нашей Российской Федерации. Без них непрерывное медицинское образование невозможно реализовать. Поэтому это неотъемлемая часть нашей российской действительности. И такие конференции, их надо развивать.